Что же, отправляемся мы на следующий остров под покровом ночи. Обязательно нужно будет сюда вернуться, поскольку у нас здесь более-менее устроено. А может и не поплывем, вы знаете, тут две акулы. Ладно, ну их. И надо будет вернуться в корабль посмотреть. А мы плывем в темноте среди акул. Среди акул, ну ладно. Ну, как вот вы меня начинаете злить. Там мы тут сейчас всю ночь с ними будем кузюкаться. Дело в том, что их сейчас толком и не видно. Там при свете дня не поймешь, где они. Кровать не сделать, чтобы поспать. Надо побольше окна юки. Хотя, о! Они подманились. Кстати, топором как дам. Давай. И зарубим тебя, может. Ой, тут ничего и не видно. Там. Топор-то у нас есть уже такой, не самодельный. Не, ночью вообще не вариант. Это, в принципе, понимаю. Пойдем пальмы рубить. А я уже тут думал, разогнался. Поплывем сейчас. Ага, приплыли он. Так мы и поплыли. Сразу. Ладно, еще одна. Дело в том, что с одной еще как-то мы на одну отогнали, даже чуть ли было не прибили. А это две. Они вообще сейчас загрызут и все. На пару. Будут поочередно подплывать. Ну, уже полночь есть. Стены-то саппортов снимать. Ну вот и нормально. Два сарая есть. Тогда рыбу что ли пожарим? Все равно делать нечего. Ага, вот как мы можем переключать. Надо еще тогда поесть. Посмотрите, рыбы нажарим. Голодный у нас этот персонаж.
Рыбу надо будет еще ловить. Дождь. Да вы издеваетесь. Ну ладно. Повторим наши попытки на рассвете.